Всем привет! Мы в городе Данков, и здесь старая гидроэлектростанция. Сейчас мы попробуем ее посмотреть. Вот издалека она выглядит вот так вот. Сейчас вот по тому мосту пройдем на ту сторону, и там уже посмотрим, что к чему. А вот что мы там увидим, я, к сожалению, не знаю. Практически дошли. Судя по наезженной дороге, место пользуется большим спросом. Тут накатано конкретно. Вон уже видны строения. Остатки строений. И тут тоже... Стена такая сделана. Ну, сюда мы еще пройдем. Пока вот посмотрим. Вот такие вот. О, тут даже лестница вниз идет. Но вниз чуть позже. Сначала... О, тут плиты некоторые попадали. Бейсболочка чья-то осталась. Левис. Металл он еще не вырезали. Вот там, походу, провода какие-то приходили. Да, тут такие. А, ну и тоже тут как бы сплошняком растут деревья. О, высота-то, скажу вам, не маленькая. Если отсюда грохнуться. О, ничего себе, тут прям надо мной, смотрите, что висит. И это может в любой момент, пух, бах по голове. И остался здесь навсегда. Тут заросло просто все. Вообще, конкретно. Не знаю, какого года постройка, чего, но в интернете попробую полазю, посмотрю. Вот. Так. Вот мы к речке уже вышли. Ага. Да, сейчас еще вот отсюда глянем. Походу запруда была какая-то. А, отсюда плохо видно. А, ну значит она там перекрывалась. И вся вода шла вот через это. Видите? Раз, два, три таких туннеля. Сейчас мы попробуем в эти туннели попасть. Вот. Это знакомый посоветовал, говорит, заходи сюда. Может быть, что-то сможешь
отснять. Ну, пока, честно говоря, особо какого-то прям вау я не вижу. Но пойдем-ка мы в обход, не будем рисковать. Здесь даже вода еще есть. Вот так это выглядит. Насколько это глубоко, я не знаю. Сейчас мы другую посмотрим. А, другая такая же. Только мусора поменьше. Странно, я наверху был. Там не было вот этого. Вода довольно-таки прозрачная. Примерно сантиметров на 80. Можно в нее посмотреть. Прозрачная. Так, третья. Еще вот тут лестница какая-то есть. Куда-то она ведет. Это уже мы к самой воде пришли. Да? Лестница ведет вот сюда. И мы, соответственно, никуда не попадем. Надо назад идти и с другой стороны зайти. Да. О, на питбайках кто-то катается. Сто двадцать пятка или 110-ка. Не слышу, что там чик-чик, чик-чик. Переключения, передачи идут. Это получается, там мы внутри были. И там как раз теперь все ясно. Вот это как расположено. Ага. Сейчас мы спустимся вниз. Да, вот эти стены разбивали воду. О, видите, куда мы пришли? Это просто куски рельс сваренные. И лишняя вода, это уровень был. Выше нельзя было подниматься в воде. Она переваливала через этот бордюрчик. Тут камушки накопаны.
Ну да, вот так вот приходила вода. Вот так с разворота у нас намыло сколько камней. И попадала вот сюда. Там наверху, наверное, генератор стоял, который вырабатывал электричество. А вода с бешеной скоростью падала вот сюда. Здесь стоял вентилятор, скорее всего, да, который бешено вращался от воды. Ну и, соответственно, вращал вал генератора. Да. Это вот мы там изначально были. Вот там. А вот это, вот это. Здесь была заслонка. Поднималась и опускалась заслонка, чтобы контролировать воду. Значит, здесь стояла лебедка, которая поднимала эту плиту и пускала воду. Ну, больше, меньше. Можете вообще перекрыть. О, даже их две тут было. Вот еще одна. От нее еще одно место. Ну там поход тоже. Значит, было две. Угу. Ну, и кто тебе мешает? Оставь свой след. Так, вот еще одна. Круто, круто, круто. И весь прикол, что вся она залита из бетона и обыкновенного природного камня. Они разного размера. Вот здесь хорошо видно. Вот здесь хорошо видно. То есть просто тупо брали все, перемешивали и... Вот такая интересная заброшка. А теперь здесь тусуются по вечерам молодежь. Ну вот, пожалуйста, тоже видно, что камни, ну, всевозможные. Большие, маленькие, какая-то арматура торчит, еще что-то. Лестница сделана. Ну, видимо, чтобы отсюда выбираться. Да. Круто. Это просто стена, да? Просто стена или не просто стена? Вот что-то я не помню, она какой толщины-то? Если она толстая, значит там что-то есть. А если она тонкая, то это просто стена. Это просто стена. Нет. А, ну да. Это, скорее всего... отбойник такой, он направлял направление воды. Угу. И больше ничего. А это вот, скорее всего, перепускной клапан.
Там внизу металл валяется. Возможно, что... Это как-то перекрывалось, чтобы высоту набрать уровня воды. Ну и, соответственно, с этой стороны нет подстроек у воды, потому что уровень здесь значительно был выше. И, кстати, мы сейчас вернемся к мосту, я вам покажу отметки, до какого уровня вода поднималась. Вон мамка там с сыночком играет. Я даже боюсь туда, честно говоря, упасть. А еще по поводу вот этих рельс. Они, кстати, не просто там с определенной частотой лежат, а по-разному. Вот, обратите внимание, с какой периодичностью. Большое расстояние, маленькое, еще меньше. Большое расстояние. Огромное. Тут вообще это он на бок ушла. Это вообще закапано. Ну, то есть, как бы не было никакой точности. Это чисто, чтобы, видимо, воду держать. Ну, там, льдины какие-то, еще что-то, чтобы не разбивало саму бетонную основу. Вот. Ну, все. В принципе, здесь больше смотреть, честно говоря, не на что. И вот там вот на той стороне, прям перед вами, видите, три вышки стоят. Вот туда приходили провода, которые давали городу электричество. Ну, к этим вышкам, возможно, мы еще подойдем на обратном пути, но уже будет темно, уже темнеет. Вот. Пока мы идем к железнодорожному мосту, чтобы глянуть, какой уровень поднимался. Вот мы дошли до железнодорожного моста, по которому мы сюда пришли. И вот здесь вот на стене есть шкала, которая заканчивается на... Ну, там дальше что-то есть, он написан, его уже много раз красили. Но 610-650, то есть на 6 метров, как бы вода поднималась от уровня. И это на самом деле много. Оставили след. Так что еще подписывайтесь на наш канал. А, вот смотрите, обратите внимание. Вот он камень. И он, этот камень бетоном залит. То есть сами понимаете, что просто здесь брали камни, кидали их, заливали бетоном. И на этом как бы все. Вот такая вот отмостка. И вот получается, что с этой стороны это выглядит вот так вот. Здесь тоже вот видно характерно, что в бетон обыкновенный камень сыпали и все. Вот мы пришли к этим столбам. Вот так вот они выглядят. Основа, конечно, у них бетонная, а потом привязаны деревяшки. И вот. Эх, дотянуться не смогу. Чё? Нет, дотянулся. Я даже не знаю, что она делала. Может быть, электричество мерили. Вот. И если посмотреть прям от этих трех столбов, мы прям четко попадаем как раз на
гидроэлектростанцию, бывшую, заброшенную. Вот. Отсюда неплохой вид открывается. Вот там тоже какие-то заброшки, труба, мост. Ну и, соответственно, вода здесь намыла камней. Вон прям. Или это специально так выливали бетонную такую основу, чтобы вода текла. О, здесь проросло все. Все, в принципе. Больше здесь смотреть не на что. Всем пока. Увидимся в следующих роликах.